Книжный червь. Выпуск третий. Андрей, извини, что бужу. Андрей! Извини, что бужу. Со времени нашего последнего выпуска ситуация изменилась так, что обычному русскому патриоту приходится выбирать между телевизором и холодильником, и выбор все чаще не в пользу последнего. Скажи, пожалуйста, может быть, есть какая-то книга, которая может, если не набить с брюха, то, по крайней мере, наполнить голову мыслями? С этим, безусловно, надо что-то делать. И никто, как наша редакция, вам в этом не поможет. Потому что у нас есть сегодня практически универсальный совет, а именно эта книга, которая называется «Отбросим ненужное». Кулинарская книга анархиста. Она, как и все мы любим, она вышла в нашем любимом издательстве, которое вы полюбили еще в промежуток моих выпусков. Но не могу не выпить за это. За издательство. Что мы имеем? На самом деле, конечно, мы имеем определенный сборник стереотипов, которые в первом абзаце уже нас как бы тыкают в себя и выпячивают. А именно, автор, во-первых, не то, что заявляет, что он анонимус, то есть он пишет название, ну, кулинарная книга, это не смеха ради, а типа здесь главенствующая идея заложена, но потом он буквально следующий пишет. Сама идея кулинарной книги близка культуре DIY, по-русски написано. Не то, как мы любим, программисты матерые. DIY, ну и другое. И пишет, что дальше вот, который во времена экономического кризиса, какого экономического кризиса не поясняет, их много было, по понятным причинам активно развивается. И пишет дальше, что многие анархисты веганы, так что все сходится. Ну я не прошу тебя читать ее, может быть что-то в общих чертах. Да, да. Ну, собственно, пока мы еще не все блюда готовили, потому что, конечно, на многие ингредиенты сомнительные, намного не хватает средств, но мы уже в паблике «Нищий веганки» запостил наш друг SL, назовем его, как бы, запросы, да, и скоро, конечно, все это будет. Но про саму книгу что сказать можно? Что, конечно... Спасибо за подробную и вдумчивую рецензию. Ну, таким сложно Россию с колен поднимать. Даже капитана Африку не вызвать. Не то, что Россию. Но я ваш литературный капитан. С Новым годом! До сих пор на стыке. Поэтому мало того, что с Новым годом, мы надеемся, что скоро в издательстве, которое называется не «Фаластера Фаланга», будет новая книга о продовольствии. И о чем она будет? Вам она будет о том, как сытный стейк себе заготовить с картошечкой фри. Потому что хлеб да каша – пища наша. Самый паскудный кризисный год. Москвичи, если вы покупаете землю, то обрабатывайте ее. Это наше последнее завещание, ну, на сегодняшний день. За это мы добиваем нашу пятиозерочку. А вам желаем счастливого Нового года.